Всем привет! Сегодняшний репортаж будет в Сочимилько. Это райончик Мехико, где есть вот такие вот каналы, по которым можно плавать на лодочке. Такие цветочки у нас тут висят красивые. Потом цапля белая сидит. Тут мы с девочками. Сегодня компания. Там наш парень ведет нашу лодочку. Такие цветочки проплываем, здесь висят красивенькие. Ой, бетовка, курочки! Курочки! Вот какая радость нам увидеть курочек. Да, цапля классная. Они здесь живут. Такая шея длинная, да? Орешек? Нет, это был курочек. Сейчас я попробую выйти чуть вперед и снять нашу лодочку сбоку, на которой мы плывем. Ну, конечно, чистота канала оставляет желать лучшего. Как есть, так и есть. Вот, ну, в целом очень симпатично. Вон у людей персики растут, кстати. Почти можно снять с дерева. Вот так написано здесь Сочимилько. Мехико. Вот такой у нас там стол накрыт. И отдыхаем. Здесь очень много маленьких каналчиков. Вот, можно на них плавать на лодочке. И, в принципе, очень много островов. Вот, можно путешествовать. Удовольствие стоит, в принципе, смотря где брать лодку на прокат. Вот, потому что в некоторых местах дороже, в некоторых дешевле. Один раз мы пробовали, нам говорили там более 50 долларов, там где-то долларов 60 за 2 часа прогулки. Вот, а здесь с девочками мы договорились за где-то 40 долларов получилось. Причем на большую компанию получилось совсем недорого. Вот, так что, в принципе, можно иногда выбираться. Вот красивые цветочки, сейчас кустик с цветочками. Вообще интересно, пальмы тут такие, прям джунгли. Водичкой пахнет, и рыбка живет в этом канале. Но они вроде как натуральные, эти каналы. Вот, так что, bienvenidos a Xochimilco.